Порой люди, не желая зла, вершат настолько темные дела, что до таких блистательных идей не вдруг дойдет и записной злодей. Один решил раскрыть тебе глаза и любимой сплетню рассказал. Другой тебя приятельски поддел, а ты от той подначки посидел. Подумал третий, что державый друг обязан доносить о всех вокруг, и вот донес. За безобидный вздор тебе причатан смертный приговор, и жизнь твоя приблизилась к черте. А ведь никто дурного не хотел. Порой люди, не желая зла, вершат настолько темные дела.